Всем добрый день, уважаемые любители Counter-Strike, у микрофона Юшин Француз. Мы продолжаем наблюдать за европейским РМРом, и сегодня Сангал против ISG, Best of 3. Команды находятся в корзине со счетом 0-2, и они продолжать будут бороться за выживание и за... Ну, естественно, команда, которая проиграет, вылетит. Команда, которая проиграет, будет 1-2, и дальше будет воевать. Поехали, стука. Первая пистолетка... Так, ну все-таки перестреливает Рейджена. Всем еще раз здравствуйте. Боря разменивается. 4 в 4. Но мы видим, что Боба лежит под спауном. Шугар, возможно, сейчас будет две спины. Так, ну, убивает тренера. Так звучит. Убивает тренера, знаешь, так звучит, как будто он случайно проходил мимо. Так, что тут у нас? 4 в 3, пока Сангал потеряли двух, как уже сказал Юшин, тренера также потеряли. Но теперь он может поруководить, что делать дальше. Кьюби играет в песках, ай-яй-яй, не залетает пока что, и выход пошел через шор. Здесь сенсей есть в пленте, хорошая флешечка! Размен, как хорошо зашли, ты посмотри, 3 в 1. Да. Ну и скранг остается последний. Парень вчера хорошо попадал. Вчера очень запомнилась встреча. Сангал против G2 на Инферно. 8-7 закончилась первая половина. И там G2, честно говоря, очень сильно потели. Прям начали все там переживать за них. Но потом во второй половине за защиту, ой, вернее, за атаку они уже разбомбили счет. Но было классно. И тренер там неплохо попадал. То есть тут в целом Сангал хорошую игру показывали. Но, к сожалению, еще... да. По картам надо пройтись, наверное, Инферно. Выбор Сангал, Эншент выбирали АСГ и Оверпас. У нас будет на Десайдер 1-0. Пользу АСГ. Но эти парни как бы опытные. По крайней мере, поопытнее, чем Сангал, во всяком случае. Мне кажется, именно они будут фаворитом в этом матче. Да, возможно. Посмотрим сейчас, как они... Дальше будут показывать игру. Так, первая карта Инферно. У нас тут статистика более-менее одинаковая. Прям даже очень одинаковая. Редко такого видишь. 6 карт сыграно в ISG за последние 3 месяца. 7 у Сангала. И тут 67% 71 винрейт. То есть, ну, реально 50 на 50. Но единственное, да, зрители, уважаемые, еще раз вам напомним, что с тренером играет у нас команда Сангал. Soulfly не смог приехать из-за проблем с визой. И, к сожалению, для них, видимо, не такое будет хорошее выступление, как если бы они с пятым игроком играли. Но уже деваться некуда, надо пытаться, надо стараться. Да, ну, за Спраут сегодня все-таки будет играть их игрок. Там тоже, по-моему, такого же рода да, была да, проблема, да, но у Сангал. Ну, вот представляешь, как это обидно, ты попадаешь на РМР... Как бы впервые вообще в историю своей команды, и у тебя не едет игрок. Да я представляю, это вообще минус мораль, мне кажется, сразу. Причем Soulfly, как мне кажется, это вообще турок, ему 17 лет, у него рейтинг 2-0, 1-13. Ну, неплохо. За последние 3 месяца... Тоже 1-13. Ну, то есть он круто играет. Гораздо круче, чем тренер. Точно. Это да. Пока у нас заняли эту точку Б. Все спокойно. Одного убрали. Второго также. И тройка бойцов остается под А. Мне вчера в чате написали по поводу Тугукса. Говорит... Сказали, что он раньше играл с Ксантаресом еще. Я так, ну, я сначала не узнал его вообще. Я посмотрел на его фотку, он просто уже, ну, повзрослел. И я вспомнил, он же Ксантаресом реально играл еще давным-давно. Да. Тем временем 2-0. О, техническая пауза. Напишет, что уже все, уже ее нет. Да, не успели обрадоваться, отдохнуть. Сейчас, Антох, одну секундочку покомментирую, я тут мелкую проблемку улажу. Со звуком сейчас подрихтую чуть-чуть.
10 секунд до следующего раунда. Ну, мы понимаем, что Сангал будут отыгрывать экономически. Абсолютно нет никакого смысла делать фулбай. Это была бы детская ошибка, назовем это так. Ну, а СГ, в свою очередь, занимает банан. Молик полетел за цемент. Ну, что? 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 Три под Б. Четыре даже под Б. В засаду идут АСГ, но... Такой хорошая хаешка прилетает. Молик за тройку. Падает скранк. Минус сенсей. Минус тугук. Вскоре врывается. Убивает рейджина, но это... Все, что он мог рассчитывать. Кьюби последний против четверых. Втягивается под бэплэнд. Так, ну что, 55 секунд. Смока. КТ я не вижу. Наверное, его уже не будет. А смысл его класть? Кори сейчас убьет Кьюби. Нет, 3-0. АВП будет у Кори, скорее всего, или у сенсея. Да, сенсей покупает Авик. Ну, кстати, что интересно, сенсей — это игрок из Австрии. И я, честно говоря, не помню ни одного, как мне кажется, игрока из Австрии. Конечно, можно зайти на Ликвипедию. Посмотреть там, возможно, в чате у нас кто-то... Возможно. Кто-то и подскажет. Вчера очень активно подсказывали. По поводу. Может, ну, по поводу там команд, игроков. Всего остального. Так, у нас пока 3-0, да, дефолтный счет. И, наконец-то, Заку первый. Сенсей вчера с АВП очень неплохо отыгрывал. Сейчас пока располагается под шартом, смотрит мид. И мы видим, здесь аж 4 игрока под коврами тусуются. И сейчас будет у сенсея работа. Но нужно попадать. Его под флешку проходят. И он отходит в плент. Кьюби практически убирает одного. Ну как же они пропустили Шугара, который вылетает. Двоих сбивает. Ты посмотри, просто бомба. Можно уже ставить. И точка пустая. Как же неаккуратно сыграли два бойца. И не ожидали, что тут просто Мактен может вылететь сверху и спокойно закрыть двоих. Да. Ну и это сейф от Сангал. Попытаться, конечно, выбить, наверное, сейчас их девайс, Waterfalls. Слышал, как убегает его соперник. Ну и да, будет попытка загнать. Waterfalls идет дальше. Откроется сейчас, возможно, против Тугукса. Ну, Тугукса перестрелять несложно, в принципе. Со скранком могут быть проблемы, но Свят разбирается вообще на изи. Последний Кори тоже не сейвит. В итоге 2 кабай будет. Вот Сангал, никаких дропов. Очень четко играют АСГ. Очень круто. Пока да. Но у меня... Я все равно верю в Сангал. Знаешь почему? Потому что они за атаку вчера очень крутую игру показали. Не знаю, может их, конечно, подобьет крупный счет, если они сейчас проиграют там с кем-нибудь, не знаю... 12-3 или что-то такое, тогда, конечно, да. Но мне кажется, что эти парни реально за атаку начнут камбэчить. Мне почему-то очень вчера не понравились. Я прям жалко, если они вылетят. Но что поделать, друзья, побеждает сильнейший. Закон жизни, как говорят. Так что ничего тут не сделаешь. Да, и, к сожалению, не засейвили вообще ни одного гана. И опять вынуждены играть с пистолетами 2К. Это даже не 2К, а просто 2 армора, диглы. И вера в эти сумасшедшие хедшоты. Так, ну что? Кори промахивается. Ну что, минута 20.
сенсей. Будет жить в пленте, и СГ, я так понимаю, попробует выйти именно под А-сайт. Шугар открывается против козырька, тут никого нет, Сенгал играет довольно-таки закрыто. Бомба все еще лежит в яме. Поря ее забирает, ну и поступательными действиями в медленном темпе СГ проходит по длине. Ну, вроде как ждет здесь и сенсей, и кори. Так, а зачем еще один дым? Какой-то не точно дым прилетел, посмотри, он куда-то улетел вообще глубоко в библо. Но тут есть три игрока, возможно, с диглами что-то получится. Сложно, конечно, поверить, но все бывает. А смотри, сенсей убивает свято. Шугар разменивается, поря. Так, кори еще остается в планте. Бомба будет установлена, скранг последний против четверых. Конечно, выглядело это опасно, но закончилось как обычно. Итого пятый для СГ. Ну, следующий уже будет с девайсами для Сангал, но... Пока что 5-0 в атаке, это круто. Да, это отлично. Да можешь, пожалуйста, на секундочку притормозить у себя видео? Угу. Чтоб у нас... Сколько у тебя сейчас секунд? 13, 12, 11. Да, логотип СГ загорается, друзья, пока у них все в атаке получается. Ну и Сенгал снова закупается на последние деньги. Скранг берет теперь уже снайперскую винтовку. Они вчера тоже по очереди с сенсеем отыгрывали. А, тут вообще две снайперские винтовки. Вот такой вот решили сетапчик сыграть. Ну, сейчас посмотрим. Скранг. Полетели к нему гранатки. Он флешон и не отходит дальше. И вот сейчас будет стычка на дровах, возможно. Ой-ой-ой, посмотри на сенсея. 5 хп. Где-то его там очень жестко прострелили, наверное. Ну и Waterfall. 25. 24. Я на 2 секунды быстрее. Чуть-чуть. Чуть-чуть подправь. Минута 20. Так, у тебя быстрее. А, ну да, 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 у меня на 2 секунды, я говорю, ускорь чуть-чуть. Так, сенсея красного прогоняет, пока сленга, он откидывает молик и вынужден уйти дальше в библиотеку. Аж побежал, наверное, будет сейчас проходить. А, вот так вот он будет смотреть. Ожидать, что будет проход аж на сити. Но мы, видим, пока не определились, куда выходить Сенгал. Бомба далеко в яме валяется. Два на банане чекают позицию фрай, вернее, гидрайта. Там никого нету. Ну и глубоко отошли в плен. Два бойца. 40 секунд. Ну, сейчас пока пофайкуют. Туда-сюда гранаты раскинули также в арку. Не дают сенсею здесь спокойно себя чувствовать. Сенсей! Отличная реализация снайперской винтовки. И с двумя хп сделал фраг уже хорошо. 30 секунд. Пошел выход на А. Ой-ой-ой, никого не замечает из-за смока. 25 секунд, кори. К нему стягивается куча. Ну, будут вместе играть под балконом, свят. Конечно, жестко вырубает, но... Кори нашли, Waterfalls. Выживает на 15 хп. Есть минус. 2 в 3 остается скранг и тугукс. Ну, тут нужно сейв. Мне вот интересно, кстати говоря, когда играют... Ну, тренер вместо кого-то играет. Угу. Кто становится капитаном в команде? Да он 100%. Капитан руководит тренером или капитан освобождается типа от ответственности и тренер всем заправляет? Да я думаю, тренер, наверное, заправляет. Он вчера всегда вперед выходил первый, чисто на инфу, и его разменивали. Сейчас пока мы видим в защите как-то не очень получается. 0-5 у него статистика. Наверное, это не сильно удивительно, да? Тренер не так же, как игроки, играют там по 10 часов в день. Так, друзья, не забывайте про параллельную трансляцию. У нас там играют Players против Astralis. Серьезная битва, Best of 3, за третью победу на этом РМР и за выход уже на мажор, так что там пока заруба 7-4, плеер впереди. Но там все очень будет неоднозначно, это 100%. У нас пока раунд начинается. АВП М-ку засейвили
парни из Сангал и будут пытаться реализовать теперь еще и диглы. Ну, здесь мид нежелательно пикать, иначе можно получить. Да, Сенсей решил отойти, и под козырьком здесь вместе с Кори расположились. Снова, посмотри, как медленно играет Сангал. Вообще ни одного быстрого раунда мы еще не видели, там, помимо, да, ну, после того, как они взяли пистолетку и с маками там пробежались по Б, и как бы на этом все. Очень аккуратно играет, понимает, что очень велик здесь. Ну, ошибка велика очень, и Шугар просто двоих сбривает с этого бойлера. Ну и меньшинство опять для Сангал. Такой Тугукс неплохо. Ну смотри, как бы Кранк еще убивает Порио, Кьюби открывается против Waterfalls'а. И 2 в 3, Рейджа 9 хп. Шугар, правда, падает в пески, его, по-моему, не слышали. Так, ну это становится интересно. Шугар просто прячется в призоне. Тугукс вроде как и понимает, что кто-то мог пройти. Вроде как и не понимает. Шугар минус по тренеру. Кьюби. Он тоже открывается на малое. Ой-ой-ой, Шугар его замечает. Все. Ой-ой-ой, это же был единственный смог команды АСГ. Это, знаешь, смог на раунд. Какой фейл. Смог на раунд, чисто. Шугар, ой-ой-ой. Как так можно было? Ну, видишь, поторопился. Бывает так. Прицел, кажется, далеко от текстуры, а ты просто ж в упоре к ней сидишь, и этот парень, вот ошибочка вышла. Из-за таких ошибочек, друзья, может и на мажор не выйти, на всякий случай, на минуточку вернее. Так что, вот так вот Скранк. Найс. Первый пошел, разбомбили счет. И сейчас на плюс моральки, возможно, еще серию возьмут. Очень много денег, надо отметить, у атаки. Там по 10 тысяч, по 7, некоторых по 8 игроков. Надо как-то эту экономику выбивать. И слышать, что связь здесь горит. Скранк пытается прострелить. Было близко, но не сильно пострадал здесь боец. Скранк, ух, вылетает, убивает его. И дальше, смотри, пушит, не боится ничего. Но нет, здесь Пори на почте. Увидел его через смог. И пока 4 в 4. Так, меняются. Зайдет под Б. А Кори и Тугукс уходят на А. Интересно, что вызвало такое решение. Ну, окей, окей, смотрим. Раскидка апплента от АСГ. Выходит Рейджет. Угу. Это будет сплит Б. Да, красиво, ничего не скажешь. Тут Сенсей сейчас будет либо на мувик, либо сразу отъезжает. Так, на начало. Вроде как не на мувик, Сенсей открывает бананы. Все, все, все. Бэплен под контролем. Да, жаль, Сенсей как-то тут тайминги не сложились. Туда побежал, не попал. Здесь побежал, его сразу убили. Бомба ставится. 4 в 3. Это, естественно, сейв. 7-1 уже счет. И напомню, друзья, что это пик команды Сангал. И вот пока у них реально не задается. Ну, они как-то отпустили вообще позицию почему-то арки, аллеи, там, сити, всего вот этого. Наверное, не думали, что туда пойдут бойцы, но они именно туда пошли и прям, можно сказать, угадали. Да, пока прям как-то в одну калитку. Сангал, конечно, я думаю, постараются тут камбэкнуть. Но пока мы видим, реально сложно. По статистике там только Скранк идет. В единичку выходит, остальные в жестком минусе. Но что касается ISG, там у нас Waterfalls. Вот так вот. 13 на 2. Шугар. О, вернее, Шугар. Да, Шугар. 13 на 2, Waterfalls. Ну, остальных все, да, более-менее. Да, Шугар пока реально попадает жестко. Но, конечно, не стоит забывать, что именно из-за Шугара Сангал забрали свой первый раунд. Да, видишь, как бывает. Тащишь, тащишь, а потом одна ошибочка, и раунд проигран. Но это Counter-Strike, друзья, за это мы его и любим, за вот эти моменты, за хорошие и плохие.
Продолжаем наблюдать. Девятый раунд на экранах. И хороший закуп у одних и у других. Так, Рейджен. Открывается под пик апартаментов. Никого там не видит. О, я тут. Рейджен просто в соло проходит укрепление ребер. Вот это да. Сенсей убивает Шугара. Падает от Рейджена. Ну, Рейджен, очевидно, герой этого раунда. Тубукс. Ну, по идее, должен стать очередной жертвой Рейджена, как мне кажется. Но недооценивать этого парня тоже не стоит. Рейджен просто живет. Это все, что ему надо делать. Так, уже не живет. Боря разменивается. Ну и последний скранг. Остается сейвить. Подсидьте спауном, я так полагаю. Да, если бы сенсей там еще фраг дал под козырьком, было бы уже нормально, полегче. Но, к сожалению, его опередили и снова... 1-3, что тут делать, непонятно, либо сейвить, денег там только у одного бойца остается, то Кьюби на следующий раунд, а нет, еще и Кори есть, ну, двоих есть, остальных, как мы видим, не очень, но если скранг засейвит, то можно даже, я думаю, подзакупить что-то, типа, Тугукса будет там какая-то МПшка, ЮМПшка, можно пободаться. Ну да, тут надо сейвить, нет смысла никуда больше идти. Ну и бомба взрывается. 8-1. Все дальше и дальше, пока убегают IG от своих оппонентов по счету, и все сложнее Сенгалу найти свою игру на этом инферно. Да. Так, в параллельном матче со счета 8-6 Players выигрывают Astralis на первой карте. Ну, у нас тут дела вроде как попроще. Хотя, если честно, я ожидал прям, ну не знаю, рубки какой-то для меня. ASG и Сенгал плюс-минус одного уровня команда. Но понимаешь, наверное, в чем все-таки есть разница? Сенгал... С тренером. ASG это были бы одинаковые команды, ну где-то, например, на ESEA... На каком-то Мальта, Вайбс. Там это были бы действительно одинаковые команды. Но на РМРе, когда ну, дело касается мейджор-турнира, Waterfalls, Свят, это парни с опытом. Это парни, которые были в четвертьфинале мейджор. Которые знают, что такое играть на минорах, что такое вот эти вот матчи на выживание. Сенгал же тут впервые и... Мне кажется, у них мандраж. Они еще и играют с тренером. Поэтому, тщательно подумав, конечно, можно назвать ASG здесь действительно фаворитом. Хотя, опять-таки, сомневаться в Сенгал или быть уверенным в том, что тут будет все очень просто, я бы тоже не стал. Да, я вообще думаю, знаешь о чем? Что у них просто все планы рухнули. Они уже... Из-за того, что Soulfly не приехал. И Тугукс такой, и что, какую я роль буду играть? Куда? Ну, как бы вот, вот в эти все моменты. Перестроение команды пошло, ролей. И вообще это все вот это заставило больших проблем испытать эту команду. Ну да, в общем, новости не очень для них. Мы видим целым табуном возвращаются с банана. Здесь 5 игроков. Мид сенсей не попадает пока что. Есть инфа у него. Откидывает смок на малые, большие. Но тут есть Кьюби. Ай-яй-яй. По второму чуть-чуть не хватило урона. Поре 20%. Ну как не летит? Ну как же не летит? Прицел же был. Ты видел? Прямо на модельке. Да. Бомба ставится чуть ли не на последнем таймере. Кранк и Тугукс будут сейвить. Это 9 для ASG в атаке. Слушай, за атаку брать так много раундов. Даже если сейчас там будет счет 9-6, если Сенгал смогут закомбэчить, взять 5 раундов подряд. Это все равно будет очень много для ASG. Конечно. Реально. И при этом нет никакой гарантии, что мы увидим счет 6-9.
Нет ни малейшего повода предположить, что Сангал сейчас могут взять 5 раундов подряд. Да уж. Да, сенсей как-то вообще вроде и классно навелся, и все, но вот какие-то лишние стрейфы, может, микро вот эти мувы мышкой все испортили нам. Mm-hmm. Да. Ну ничего, друзья, надо поддерживать Сангал. Мы хотим увидеть какую-то борьбу. Не хотелось бы, чтобы тут Салат проиграла команда и уже отправилась во свояси. Будем надеяться, что эти парни сейчас подрубятся. Поря курочку не стала резать. Знаешь, как говорят, курицу зарезал, раунд проиграл. Так что, ну, на самом деле, любые разные команды делают по-разному. Тут QB, вот она игра, пошел, сразу задавил пока что лучшего игрока на сервере и уже преимущество раздобыл для своей команды. Ну, знаешь, лучший не лучший, но Шугар... Ну, вот помнишь тот раунд, который он проиграл? Да-да. У него тогда была статистика 13 на 1, сейчас 13 на 5. То есть последние 4 раунда он просто умирает. Ну, наверное, уже пора отвечать Рейджина, Порю, безусловно, тоже 9 на 2 идет. Порю вообще без глушителя Сангал выигрывает. Да, я смотрю, кто вообще с такой эмочкой играет. Я уже 100 лет не видел. Она ж кажется очень неудобной. Но ему, видимо, комфортно. Там такой звук еще смешной, когда с ней стреляешь. Mm-hmm. Кажется, что она стреляет медленнее раза в 3, чем с глушителем. Да-да-да. Ну и сейчас проверочка. Тут на бумыче скранг сидит, свят. Ой-ой-ой-ой-ой, повело прицел. Я думал, заберет, но Waterfalls на размене. 3 в 3, 35 секунд. Еще один боец. Я уже думал, сейчас упадет. Да, Рейджин. Ой, какая позиция. Шикарная, он открывается раньше времени. Нужно было чуть-чуть переждать. Но Тугукс еще живет. У него еще нормально здоровье. И я думаю, здесь он зарешать должен. Нет, он не решает. К сожалению, Пори со своей фирменной М-кой делает минус 2-2. Так, Поря. Так, заметил. Окей, Waterfalls один против двоих. Все, ласт красный. По идее, Waterfalls должен знать об этом. Кьюби подбирает дым. Тут скитов у него нет. Пытается просто дернуть бомбу. Оу, ну это красиво. Waterfalls 10-1. АСГ не чувствуют. Да. Я тоже, как ты уже сказал, честно говоря, вообще не ожидал такой игры. Сангал именно прям на Инферно. Я как раз таки их смотрел, и там они очень бодро прям рубились, вообще не на шутку. Против G2, друзья, напомню вам. G2, вы же понимаете, кто это. Четвертое место, ХЛТВ. Топ-1 рейтинга были когда-то они, но сейчас немножко упали. Против них эта команда это реально жестко показывала себя, но сейчас что-то пока не с той ноги встали, не совсем получается. Сенсей, видимо, вообще не летит с ВП 3.11. Ну вот, наконец-то реализовал снайперскую винтовку. Снова большинство для Сангал, но главное сейчас его не разбазарить. Хорошая флешка, вот он, Тугукс. Шикарная флешечка под тиммейта, и это работает. Но уже 5 в 3, надо хотя бы 5 забирать Сангал, иначе будет дико сложно. Да уже будет непросто, это как бы ну факт, да. Но... 5 раундов было бы действительно неплохо, так пролетает дым для Шугара. Так, ну и Кори, я так понимаю, будет просто жить здесь, да? Дым на длину. Не самый понятный, но вот самое опасное, что есть у Сангала, это вот это вот двоица Кьюби и Кори на песках. Их без размена будет пройти очень тяжело. Практически нереально, я бы сказал. Но посмотрим. Свят открывается. Оп, по-моему, заметил ручку. Да-да-да, по-моему, тоже. Так, ой-ой-ой-ой-ой, Шугар допрыгался. Ну вот то, о чем я и говорил. Как бы все, 2 в 5. При том, что все фуловые у Сангала, у всех по 100 хп. Свят падает в перестрелке с Кори. Waterfalls последний, уносит свой авик. Второй раунд для Сангал. Пора
По-моему, кстати говоря, на каждые 5 раундов. Первый раунд Сангал взяли при счете 5-0. Угу. По-моему, да. Да. И тут забирают еще 5. Это у них тактика такая, специальная. Расфокусить соперника. И потом... О, первая тактическая от ISG. Хотят немножко сбить темп, чем-то пообщаться, что-то нашифровать. Возможно, сейчас какой-то фейк увидим, либо быстрый раунд. Но вряд ли быстрый раунд. Они, по-моему, вообще ни одного быстрого раунда не сделали, кроме второго. Да, медленно работают вполне отлично. Да, да, их темп этот устраивает. И Сангал пока к нему, как мы видим, не может приспособиться. Astralis Players, там борьба жесткая. 10-9 пока. Датчане впереди. Всего лишь на один раунд. Так, пауза отжимается, друзья. Продолжаем смотреть. Раунд остается в первой половине. Сенсей остается снайперской винтовкой. Возможно, этот парень подключится у нас на сервер. Пока мы видим мало от него импакта для своей команды. Хотелось бы побольше. Ну и вот флешечка пошла первая. Будет... Нет, не будет проверки там бойлера. Я думал, сейчас бойлера где-то вылетит. Скранг уже находит на банане минус. Простреливает где-то, да, через дрова, свято, тут падает. Ну и нужно это теперь большинство как-то реализовывать, удерживать, третий собирать. Waterfalls, конечно, по-прежнему еще 11 тысяч. Дропа, если что, раздаст. Но все равно, пока у всех хватает денег, нужно с Ангалом серию взять. Два, ну, уже, в принципе, остальные раунды, которые остались в первой половине, и... Наверное, у ISG уже хватит денег, да? До конца, возможно. Ну, минуту постояли, пока потеряли одного. Молики горят на мидле карты. И мы видим троица под Б. Но бомба далеко лежит, пока ISG не рискует сразу с ней выходить. Пошумели и там, и здесь. Но на подсадке есть один боец. Здесь Тугукс. Возможно, сейчас первый фраг мы увидим от него. Если, конечно, пойду дальше, Сангал. Полетел выход. Или нет? Так, Тугукс. Не убивает Рейджина каким-то волшебным образом. Скранг живет на капеле, перезаряжается. Пори его уничтожает. Врывается на гробы Кори, хоронит Порю. И смотри, это, походу, третий раунд сейчас будет для Сангал. Waterfalls убивает Кори. 20 секунд времени. Нужно попробовать поставить бомбу. А что делают Сенсей и Кьюбит под А до сих пор? Видимо, бомб... Ну, не было инфы по бомбе. Я не думали. Так, а в смысле? Ой, вот то халепа. Кошмар. Бывает. Это кошмар. Нервничает Сангал. Что тут поделать? Еще у сенсея снайперская винтовка. Там смок лежит. Ай, очень неудобно, конечно, выбивать. И классная позиция. Шугар здесь с Waterfalls'ом. Я думаю, должны забирать такое. Флешечка, Шугар хоронит первого, Кьюби разменивается, время идет, Кьюби играет довольно опасно, Waterfalls просто живет, и он выигрывает этот раунд. Класс. Да. Я не могу понять, почему так долго пода два игрока стоял. Они должны были уже как минимум быть на КТ. Это да, но, видимо, не было информации по бомбе. Меня не думали так, вдруг. Не было. Да, должна была там быть 100% операция по бомбе. Там стоял. Ну вот нам сейчас покажут повтор. Блин, не показывают, у кого бомба была. Ну вот, тут просто пошел выход, лежат смоки. Кори убивает в плантье. Waterfalls убивает. Тут раз, два, все. Там, ну, Тукукс видел бомбу, это точно. Mm-hmm. Не знаю. Это может, была заснули. Супер ошибка от Сангал. Уснули. Да, сенсея, посмотри, вообще, да, везде перекрывают, где бы он ни играл, на Б приходит этого парня пока что, к сожалению, убивают везде и повсюду. Ну вот Шугар здесь может принять. Ой-ой-ой-ой-ой! Вот это уложил! Вот это уложил! На лопатки. Скрадки Тугукс, все, да, тут только сейв. И то, если Waterfalls даст это сделать. Тут будут загонять уже, по-моему. Да уж. 12-2.
По 3500 на last round. Ну что тут сказать, на чудо камбэк надо надеяться от команды Сенгал. Если сейчас третий хотя бы возьмут, то пистолеточка уже будет там 12-5, возможно, как-то что-то можно поиграть. Сложновато, конечно, будет. Ой-ой-ой, Свят. Ну, Тугукс хоть на размене сыграл с Фамосом. Там видит ручку. Ну, что за позиция у Кьюбина? Его же видно. Очень сильно его там видно. Там хоть как не посмотри его. Что? Ты видел, вообще стал Фамос куда-то в стену. Ну, хотя бы уже бы развернулся стволом, ну, в угол, чтобы... Не знаю. Как-то что-то прям вообще пока поплыли парни. Так, Тугукс один против двоих. Так, посмотри, бомба пока что только идет в псы. Тугукс. Ну, надо ставить бомбу. Тугукс выходит просто в дым. Не-не-не. Время идет, 13 раунд, все ближе и ближе. Да. 13 раундов в атаке на Инферно от АСГ. 13 раундов. Скранг что-то рассказывает своим тиммейтам. Говорит, ребят, ну, не получается, что я могу сделать? Дальше Эншент, а что у Сенгал на Эншенте? Сейчас гляну. 50% винрейта за 4 карты. Как для команды, которая большую часть своего существования играет EC, это, наверное, так себе. Ну, проиграли 8-16 команде NLG, 10-16 команде Velox. Ты тоже не знаешь эти команды? Ну, NLG я слышал один раз, Velox вообще первый раз вижу. Не, тоже не видел. Как-то так. Ну да, новости, в общем, для них не очень радужные. Ну вот сейчас атака. Может, они вспомнят, как они против G2 играли. Пошел выход на мид. Waterfalls дает информацию. Варку отходит и... Ну тут прям давят вообще. Посмотри, сенсей первый пропрыгал. Что происходит? Просто пропрыгали полкарты. Waterfalls дали еще в голову с глока. Но его загоняют. Он тут бегает от них. Это Марио начинается. Три игрока остаются на А, никуда они не ушли. Тугукс сейчас может Waterfalls'а подловить. Но Тугукс пока боится открываться. Waterfalls! Бам-бам. Что-то прям как-то слишком просто было. Да, с одной стороны просто, с другой стороны долго. Целых два хедшота понадобилось. Ну там прострельчиком через стену первый. Так что на сотку дамага не хватило. Так, ну интересные позиции. Тут спина в спине уже везде, на всей карте, у друг друга. Свят чекает респу свою. Мы видим стояние пока на сити. И не понимают, куда идти, на А или на Б. Тугукс, ну вот так вот. Можно здесь Waterfalls, да, уработать. У него было пол хп. 4 в 4, но надо большинством в кольцо сжимать эту точку А. Мы видим в тюрьме один, один в песках. Тут, конечно, юспики на дальних дистанциях можно. Ну, смотрим. Пошел выход шорт. Ковры. Или еще не пошел. Пока стоят. Ой, первый. Первый отъезжает. Шугар, Поря. Как же стреляют они жестко с этими юспами. Тугукс последний в итоге. Тренерский клатч. Отменяется. Не сегодня. 14-2. Очень долго, конечно, играли. Сенгал тут очень долго, но в итоге так и не доиграли. Шугар там уже статистику набился, наверное, очень приличную. 19 на 7. А там у всех 14 на 5 у двоих игроков. То есть все. Да, походу это конечно. Сейчас будет глоки. Это 15 раунд. Уже Тугукса потеряли. Наверное, уже думает Сенгал о второй карте. Сейчас потихонечку побегают, доиграют.
Что-то будут пробовать на второй. Здесь, я думаю, уже песенка спета. Попробовали. Выбрали пик свой, но не пошло, не задалось. Все равно это как-никак, но, не знаю, показательный, наверное, момент, что Сангал даже при счете 2-14 после проигранной пистолетки играют эко. Будут пытаться камбэчить. Ну да. Посмотрим. На эту попытку. Пока что глоки. Шугар, хорошая позиция на мидле. Сейчас он, наверное, соберет урожай. Шугары выходят. Первый пошел. Второй. Третий. Ух, почти до четвертого. Неплохо, да, неплохо. Накрутился. То, МПшку, наверное, будет сейвить кьюби или что будет делать? Или хотя бы какой-то минус будет пытаться найти. В песках там есть боец. Попадает в голову Пори. 5 хп, но не хватает дэмэджа. Да, 15-2, друзья. Последние попытки Сангала вернуться в эту игру. Я помню, камбэк был 15-3, когда Na'Vi играли с комплексити на Мираже очень давно. Это было 15-3. 15-5, по-моему, было. Да, 15-5. Или 15-4. Но на допах проиграли Na'Vi. Эх. Да, было очень обидно. Но здесь 15-2, где-то рядом. Хотя бы, знаешь, там раунда 3 подряд им взять, чтобы хотя бы перед второй картой почувствовать какую-то уверенность. Раскликаться более-менее. Потому что пока мы видим, даже по стрельбе не очень получается. Рейджин. Ой, дружище, ты чего? Поверил в себя уже. Мягко сказано. Ну окей, Скранк. Скранк останавливает вот тут в итоге только молотов. Прилетает дым в КТ. Поря под флешку врывается. Оп. Убивает первого. Не получает размен. 4 в 4 можно играть. Тут еще сейчас будет подсадочка для Пори. Сят убивает Тугукса. Так, проверяет вроде как буст. Нет. Коря минус по Коре. 2 в 3 остается Кьюби и Сенсей. До планеты, конечно, дошли, но Шугар... Ой-ой-ой, Шугар поспешил. Так, ну слушай, АСГ как будто очень хотят закончить побыстрее. И в итоге Сенсей остается 1 в 1 против Ватерфолза. У Сенсея 18 хп. Времени. Ватерфолз отходит глубже в КТ. Ватерфолз уходит на А. Чего? Ну, думал, что пока смог, тот убежал. Возможно, Сенсей так бы и сделал, если бы знал, что смог там долго будет. Но возвращается Ватерфолз. Сенсей, да, красный. Он сидит на гробах, боится куда-то идти. Понимает, что Ватерфолз может выйти. Ну и встреча. И он тащит раунд. Неплохо, Сенсей. Ну, вот о чем я и говорил. СГ просто хотят побыстрее закончить, потому что они думают, что они уже победили. Но это не так, парни. Это не так. Ну, в итоге сейчас будет какой-то форс от АСГ. Тактическая пауза. Тактическая, это прям, знаешь, ну не знаю, как это назвать помягче. Вряд ли это, знаешь, та пауза для того, чтобы реально что-то обсудить в игровом моменте. Это уже так... Не хочется это слово говорить. Я думаю, зрители понимают. Да, понимаю. Все мы понимаем. 15-3. Да еще чуть-чуть, Сангалы, 15-15. Надо потерпеть. Как отдали 15, как отдали 15, так и возьмут. Не проблема. Смотри, АСГ играет фулл эко. Ну, окей. Да. Правильно, наверное, делают, чтобы в следующем уже... Закупить там все карманы, забить гранатами и попробовать закончить как можно быстрее. Я думаю, это правильное решение. Иначе сейчас бы был форс, если подали, уже бы потом пятый. Mm-hmm. Ну, то есть, как бы все дальше и дальше эта песня бы длилась, а так пока. Двойка на Б, мы видим, подходят здесь бойцы потихонечку от команды Сангал. На фонтане интересная. П
позиция. Видно, и скронка потеряли, это уже неплохо. Так, Рейджин все еще жив, это, наверное, вопрос времени, но... Так, Кори. Бывает Рейджина, сам при этом остается красным, Свят живет за фонтаном. Получили небольшую оплевуху. Сангал на этом бэкленте. Но, в принципе, без проблем этот раунд могут заканчивать. Ну вот, Кьюби чуть подрастрелялся. Сейчас пойдет игра 12-15, уже все ближе и ближе к однерочке. Так, друзья, все теплее и теплее становится у нас на этом инферно. Сейчас главное им раунд не отдать, с ангалом я имею в виду. И пойдет, я думаю, дальше. Это команда по счету. Последние деньги у ISG. И это не шутки, друзья. Камбэк может состояться. Я вот, честно, если бы я увидел камбэк, я бы был, наверное, самым счастливым сегодня. Это, знаешь, настолько мед и в уши, и в глаза, и везде. Просто такой кайф был бы. Я представляю эти лица Сангал, если бы они... Вот она, скранг! Просто вылетает, Waterfalls даже не успел. Даже не успел выстрелить с АВП. Пошла игра, друзья, пошла жара. 5-4. Окружает Plant A. Здесь мы видим... Двойка бойцов, и один в коврах, другой в пленте. Ну и двойка также на банане остается. Они не верят, что это А, походу. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, Поря, всего лишь один минус. Тут еще и падает Шугар, и все, зачем? Ой-ой-ой, СК, вы че? Какой был смысл просто пушить ковры? Ну ладно, хорошо, там можно это объяснить тем, что он хотел прократься в бойлер, зайти в спину, но... Ладно, это не сработало, СГ... Ну, будут играть еще один экономический. Потом еще один бай. Ну да, и так пока пока до допов не дойдем. Но все как... могло закончиться просто со счетом 16-2, если бы никто никуда не спешил. Да, да, полностью согласен. Ну как Waterfalls'а там убрали? Без смока, без флешки, просто стрейф, бам. Да, жестко. Рейджин сейвит. Кьюби тоже никуда не полезет. Нас пишут, пауза сейчас будет. Маус ишью. Интересно. Такое. Что-то... Помнишь эти шариковые мышки? Может, шарик запал или что-то еще. Напомним пока, друзья, первая карта выбор Сангал, дальше будет Ancient, выбор ISG, если Сангал, вернее, соберутся и смогут затащить эту, и либо проиграют эту, затащат следующую, то третья карта будет очень-очень интересная, это Overpass, да? Overpass мы еще, по-моему, не смотрели ни разу, лично я на... Overpass? Или что я там вчера у нас? Штуки 3 посмотрел. Да. А у меня вчера Dust был 3 подряд. У тебя был Overpass 3 подряд. Я уже, можно сказать, за этот Dust, знаешь, пока посмотрел 3 карты, уже сам научился, кажется, все смоки отбрасывать. Все сплиты эти устраивать. Так, и, видимо, 2 засейвленные эмки и снова 3 пистолета в руках у ISG. Теперь уже Сангал никуда не торопится, ждут ошибок от своих оппонентов. И Свят тут хочет подсадиться на... Или нет? Да, наверное, хочет подсадиться. Ой, подпрыгнул на... Очень громко. Так, ну Кори что-то знает. Смотрит, по-моему, он прям вверх смотрит или он заметил? Да-да-да-да, он смотрит вверх. Ну, я не знаю, наверное, слышал. А, он слышал, наверное. Да, Кори открывается на Свята. Боже, как же легко. Да, он слышал, скорее всего. Я же подумал, что-то как-то громко упало. Он, наверное же, там стоял тиммейт, чтобы, ну, беззвучно залезть, правильно? И как-то слишком много весит этот парень. Как-то не получилось пока что. О, еще девайсики хорошие нашли, все четко. Или они просто отбросили подальше, чтобы не взял, например.
Waterfalls эту эмочку. Ну, тут надо доиграть, да, аккуратно, и забрать уже шестой. И дальше бороться против девайса. Шуга играет в песках с диглом. Есть по нему инфа, есть еще в пленте один боец. Но этот Пори, он с эмочкой. Одного укладывает, но он последний. Тут уже, да. Тут шикарный заход, ничего сложного для Сангал. Ну и 15-6, 9 раундов остается. Если бы, знаешь, чуть пораньше они начали бы, хотя бы был счет 14-6 или там 13, вот тогда было бы прям реально очень опасно, интересно. Но тут все равно сложно вериться, потому что еще очень много надо раундов взять. Вот если возьмут там еще 6, тогда да, тогда можно. А так пока еще, ну пока сложно вериться. Я думаю, всем сложно вериться в таких ситуациях. Сенсей снайперскую винтовку взял у нас в атаке. Интересное решение. Наверное, против Waterfalls сейчас будет как-то отыгрывать. Плохая подсадочка. Могут подловить здесь одного из бойцов. И вот она работает, подсадка по второму. Ух. По второму, да, если бы залетел, да, спрей. Бывает скранка. 4 в 4. Смотри, 3 игрока защиты на Б-пленте. Вернее, на А-пленте. Сейчас стягивается Шугар под Сити спаун. Ну и Сангал на банане. Это, конечно, еще не свидетельствует нам о том, что... Это они будет выход окончательно. Под Б, ну, Свят отбрасывает смачок. Ну и очень страшно за Свята, если честно. Ему тут желательно на троечку куда-нибудь отойти. О, он меня как будто услышал. Ой, Свят, куда ж ты идешь? Дружище, куда ж ты идешь? Сенсей. Сенсей ничего не видит, но понимает, откуда была брошена эта флешка. Стягивается Шугар. Да, да. По Святу вся инфа была. 3 в 4, можно идти сейвить, мне кажется. Да, немножко здесь с Моликом промахнулись. Он в смачок упал. О, классно. Вот реально очень крутой вот этот мув был. Они подсадочка, увидели, откуда летит флешка. Тем самым спалился один из бойцов этой защиты на Б. И все, уже вайпер сразу туда смотрел. Корень не промахивается и... Точка Б занята. Ну что, хорошая разыгровка от Сангал. Молодцы, они стараются, не теряют надежды. Знаешь, уже не так просто выбежали, там слились и все, и пошли на вторую карту. 15-7. Ну что, 8 раундов теперь осталось камбэкнуть. А я напомню вам, друзья, что был счет 15-3, на секундочку. Тактическая пауза. Даже не 15-3, 15-2 был счет. Да, тем более. 16-13 players выигрывают Астралис на первой карте. Ancient, это как раз таки был выбор Астралис, как мне кажется. Да, 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 да. Так и есть. Астралис очень сильно играет на Ancient. Дальше Dust 2. Там вообще нельзя представить даже, чего ожидать. Если посмотреть на Dust, на стату, а что-то в Астралис на Dust не показано. Значит, просто они, наверное, не играли. 5 карт написано, но как-то в процентном соотношении они, может, ни разу не выиграли? У них 0%. 0%, да, они 5 раз проиграли Dust за последние 3 месяца. О-о-о. Причем трижды подряд проиграли BIG, 13-16, 9-16 и 5-16. Потом 5-16 проиграли G2 и 13-16 проиграли, прости господи, Complexity. Там очень плохо все на Dust. О, так это, да, выход на 2-0, наверное, от Players. Ну, посмотрим. Вот, пока Сангала горит у нас логотип. И еще будет на один закуп деньги у SG в случае проигрыша в этом. Пока мы видим, на ребра выходят у нас бойцы из команды Сангал. Полетел выход с кранк. Пока на шорт не рискнули идти, оставили там Олик. И здесь смог также в арке. Пори все это дело слышит. Нужно как-то проходить теперь пленты пески. Кури! Шикарный хедшот! И Waterfalls там заметили.
Сенсей... Ой, какой тайминг! Боже, какая боль! Врывается Рейджин, я уже не могу даже понять, зачем Шугар. Неплохая попытка, но Свят остается в клатче один против троих, подбирает АК-47 и, скорее всего, будет просто его сейвить. Это просто какой-то ужас. Ну вот, то, о чем я тебе говорил. Сангал вчера против G2 за атаку вот именно так и играли. Понимаешь, что 8-7 закончилась половина. Там, ну, раунд за раундом были. То одни, то другие нос в нос дышали команды. Сейчас, еще раз повторю фразу, как же жаль, что поздно включаются эти парни. 15-8. Ну, очень я хочу, чтобы это был камбэк. Прям не могу вообще. Так бы хотелось посмотреть на допы. Но если до допов дойдут, я думаю, Сангал разорвут. На такой плюс морали будут, что вообще ничем их не остановить. Но самое сложное до них дойти. Еще 7 раундов подряд надо взять. Но уже не так нереально, да, кажется? Уже кажется, что все возможно. Что вот это было? Куда Поря пошел? Я просто вспоминаю раунд при счете 15-2, когда у сенсея 18 хп. Против него, по-моему, играл Waterfalls. Да-да-да. Куда-то побежал на А. Непонятно зачем. В целом, АСГ тогда раунд просто залили. Они думали, что они сейчас выигрывают 15-2, а это значит, можно просто везде запушить. Но это не так. Так нельзя делать никогда, даже если вы 15-0 выигрываете. Ну, короче. Короче, да. Но это опыт. Теперь будут знать, что нужно сразу завершать свое дело до конца и не давать сопернику никаких шансов. Waterfalls играет опять снайперской винтовкой, и Кьюби вообще ожидает поджима с ковров у себя аж в Т-коврах. Мы видим, пока ISG поняли свою ошибку. Никуда не лезут, а Кьюби заметил! Waterfalls опять с АВП погибает! Что происходит? Еще одного... Как он неаккуратно сыграл? Он смотрел, наверное, где-то вниз, либо да, на подсадочку, там, на мид, и его Кьюби замечает, с калашек сбривает. Неплохо, теперь пошел выход на Б. Здесь Рейджин играет на гробах. Чекает на подсадке. Смоки! Кори! Вырубает и его! Тут Свят хотя бы на размене одного забрал. 4 в 3, но уже Б точка занята. Пошел раскид моликов за Б3. Мы видим, там никого нету, и нужно ставить бомбу. Одного мало. Свята, одного мало. Как Кори круто... Как круто Кори прочитал именно эти гробы. Там прям вот, знаешь, за доли секунды убил. Я уже думал, все, этот парень сейчас нажмет на спусковой курок и заберет игрока Сангал. Но нет, Кори опередил. Вообще неожиданно это было. Я думал, это будет легкий фраг для этого игрока, но нет. Нет, и еще раз нет, говорит Кори. Мы будем бороться до конца. 15-9. Это уже, да, реально в какую-то шутку превращается такое ощущение. 6 раундов остается, друзья. 6 раундов. Если вы только подключились, еще раз вам напомним, на всякий случай, счет был 5-2. Ой, 15-2. И вот так с 15-2 уже 7 подряд в атаке берут. А если бы Сангал начали в защите, да, было бы, наверное, все по-другому уже на этой карте. Конечно, конечно. Ты хочешь сказать, Сангал начали бы в атаке? Да, да, да. Да не, возможно, тоже был бы камбэк только от АСГ, но... Я просто не понимаю, как можно вот так вот дважды цариком отъехать от калаша просто. На какой-то кори пик, как это назвать? Да, да. Так это при том, что Сангал с тренером играет. У тренера 7-16. Ну да, почти как у сенсея. Жесть. Вчера Тугукс вообще закончил с бодрой статистикой. На первую половину там настрелял чуть ли не больше, чем все тиммейты. Но потом, жаль, не совсем пошло. Слишком было сложно против... Никой компании воевать. Пока мы видим на банане зарубу, там тройка по итогу от ASG. Один отходит назад. Банан не отбивает. Сангал решили просто покидать гранаты и отойти под мид. Они видят, что у них получается под точка А там наводить шум. И пока снова раскидывают гранаты на ребра и выходят. Здесь два бойца. Один в арке, но его закрывают снова смоком. 55 секунд на таймере. Свят. Слышал скранка.
времени все меньше и меньше. Сангал, как бы тут, я не знаю, не... Пустить тайминг. Они сейчас, походу, разбросают апленты и уйдут на банан или как? Не-не-не. Выход будет до конца. Подходит Рейджен. Ох, АСГ, все или ничего? 15 секунд времени. Падает Тугукс. Сангал, ой-ой-ой-ой-ой, Шугар. Ну все, тут, по-моему, уже конечная для Сангал. 16-9. АСГ выигрывают первую карту, но... Понимаешь, если бы за защиту Сангал взяли не 2 раунда, а хотя бы 4, то они бы дальше камбэчили. Если бы они даже не проиграли пистолетку. Да, именно так. Ну что, друзья...